Мур, привет, друзья! С вами Зверько, и сегодня я расскажу об изменениях, связанных с городом, и не только, но сначала о маге. Нас давно пугали двуликим скином на города, и вот его основной и вторичный скины изменили, а также обновили визуализацию скиллов. Но не только облик претерпел замену. Теперь урон пассивки наносит не магическим, а чистым уроном, то есть в обход маг-резиста, что автоматически повышает урон горда. Первая способность. Теперь граната не просто грохается о землю, а делает несколько скачков. Расстояние скачков зависит, на какое расстояние вы ее кинули. По факту она ускакивает за расстояние обзора, а скорость скачков выше среднего бега. Значит, если вы наловчитесь, сможете станеть или убивать убегающего врага. Ульте и второму навыку пока сменили только визуализацию. Что ж, теперь горд может поддерживать огнем с еще большего расстояния. А теперь бонус, чтобы видео не казалось совсем коротким. Хаябуса. Первый навык. Звезды летят хоть и недалеко, теперь пронизывают врагов и возвращаются к Хаябе. Кроме того, за уровень навыка дается плюс 3% к вампиризму навыками. У второго навыка увеличили расстояние прыжка, то есть сейчас задняя тень находится на порядочном расстоянии после прыжка. Хаяба становится опаснее в дуэли. Клинт. С ним творят что-то непонятное. Вот на видео видите, что чистый урон проходит по всем противникам. Но при проверке сегодня, чистый урон теперь лишь по одному персонажу. Но почему-то охотник на демонов теперь бьет по всем. Похоже, клинта надо будет тестировать уже после обновлений на основе. Видимо, не хотят, чтобы клинт чистым уроном составлял конкуренцию кэрри. На этом все, делитесь видео, подписывайтесь и, конечно, ставьте ваши лапки. Всем пока!